видите меня? Я привез вам из далекой северной земли, Фон, Якутии, из самой холодной точки Якутии, Верхоянии, от моих учеников. Большой вам привет! Тема сегодняшнего урока – мир через красоту. Красота в понимании народов Саха – это и вечерние зори, это и шелест листвы, это журчание ручья, это безграничная даль тайги, тундры и, конечно же, природа сама в каком виде создана. Красота, мы все понимаем и очень любим, и должны беречь. Все испокон веков, все люди поклонялись тотемным животным и птицам, священным птицам. У народов все есть такие много легенд, рассказов о таких птицах и таких животных. Перед тем, как мы будем работать вместе с вами, а встреча наша сегодня, надеюсь, будет очень проходить в большом тесном контакте с вами и понимаем друг друга. Несколько тем мы сегодня будем работать практически, то есть выполнять, сотворить перед собой чудо. Чудо сотворения сегодня мы воплотим в жизнь. Постараемся все вложить в нее свои силы, свое умение и свое понимание. Прежде чем будем работать, я вам расскажу. Вы старшую легенду. Все играл, радовался жизни. И вот однажды случилось несчастье. Он сломал позвоночник. И был прикован на 9 лет в постели. Ему очень было трудно. Он ни с кем со сверстником не общался. И в эти трудные моменты однажды отец рассказал мальчику легенду. Легенду о птице, которая приносит счастье людям. Это птица стерх, по-якутски у нас каковык. И вот мальчику очень захотелось увидеть все это наяву, то, что рассказал отец. И в одно прекрасное утро отец понес мальчика в долину стерх. Ожидание было очень долгим. И вот в лучах восходящего солнца белоснежные стерхи начали кружить свой неописуемо красивый танец. Они были очень грациозны, величавы и очень в свободном полете, в воздушном пространстве они начали кружить свой танец. Перед глазами удивленного мальчика встала такая красота, неописуемая. Он увидел эту красоту
как, не знаю, почувствовал, что у него постепенно появляется сила. Какая-то магическая сила, которая его толкала вперед к жизни. И очарованный этой красотой мальчик привстал. Вдруг он привстал и сделал первый шаг. После этой встречи с этими птицами мальчику навсегда остался светлой памятью. И эта сила, этот восторг помог мальчику перенести недуг. Он потом подрос, стал членом общества экологии, исследователем редких птиц. И он автор песни «Розовая чайка», которая стала гимном Международного общества экологов. Он сейчас живет и работает у нас в Якутии. Сейчас, ребята, перед вами лежат белые чистые бумаги, инструменты, на котором вы будете работать. Приложите свои руки к белому чистому листу. И попрошу, пожалуйста, закрыть глаза. Почувствуйте тепло бумаги, чистоту. Почувствуйте свой дух. Передайте этой бумаге свои силы. И представьте перед собой мальчика, о котором я сейчас вам рассказал. Птицы, которые поднимаются плавно, гармонично, грациозно, ввысь, навстречу солнцу, навстречу жизни. Почувствуйте. То, что увидели, мы должны передать на белый чистый лист бумаги, создать красоту в сегодняшнем мире. Возьмите карандаши и главное направление листы. Сейчас я вам раздам шаблоны каждому. Пятым шаблоном вы должны перевести рисунок по контуру шаблона на белый лист бумаги. Шаблоны формы птицы стерх. Перевести по контуру шаблон рисунок формы птицы. Не торопясь, аккуратно
Держите карандаш перпендикулярно прямо к листу и аккуратно начинайте проводить по контуру карандашом. Птица сверх, сама чисто белого цвета птица, белая птица, белый журавль. Размах крыльев достигает более 2 метров. Представляете, 2 метров. Какой размах крыльев? И весит около 7 килограмм. У птицы ноги и клюв красные. А концы перьев, крыльев, черные. Птицы встречаются в низовьях такие Оби и в Якутии между реками Яна, Нигирка, Алазей. Стерх очень редкая птица. В народе все уважают, считают священным великим, священной великой птицей. К таким птицам не относятся аисты, журавли, лебеди. Все они великие птицы. Так, теперь, как только получили рисунок, начинаем разрезать по контуру. Возьмите ножницы и аккуратно начинаем, не торопясь, резать по контуру. Вот, молодцы, очень быстро нарисовали. Здесь у них такие аппараты, да? Получается у всех. Вот, подробненько. Вот так, быстренько, потом вот больше, вот так.
да, у нас работа очень практически успешная. И Стоп, даже можно внутри как-то. Может, на камине просто. Так, Миша. Общую форму. Потом уже зубья в трюме подходит. Прогладил дела у тебя. Вот. Все подходит. Вот теперь переходим. Берем элементы подпрыгних, вот сюда, и то же самое. Вот видишь, какая уже форма в тексте. Шаблон, и то же самое. Переводим на лист и выбираем. Да, вот. Молодец, вот так прямо держи. Все. Положи в сторону, вот так. Приглядись. Все будет у тебя нормально. Все получается. Вот теперь возьми элементы подпрыгнем. То же самое, начинаем. Два элемента получится. Постепенно получаем форму птицы, уже, значит, получаем образ постепенно, образ легенды о птице счастья. Все, получилась форма, и у меня тоже самое получается. Чего?
Так уж лучше. Все. У меня теперь вот немножко теперь там получилось вот так. Тут резкие вот такие формы были. Тут точнее были формы, правильно? Зубы, как бы они. Так, зубы. Лучше клеить. Кисточкой. Кисточкой. Чем?
Да. Что за границу вы сказали? Ну, у нас, да? А вот кончик антистики у нас. А вот кончик. Да. Хватит. Да. Что пьете? Получается, вот. Как вы идете сюда? Посмотрели на доску. Внимание. Что наоборот. Вот все. Сложить шаблон, все. Подъехали. Пока сидит дома, как будешь дальше? Какую работу мы выполним? Кто мне говорит, да? Не надо трогать, все. Ага. О, все. Лапочку возьми. Слышь, клей вот тут. Для. Свежести на сыр. Так, скажи. Сделай так, не упадай. У нас две Миши за одну парту. Они будут одну работу твоего выполнять. Одну работу. Одну композицию они выполнят. А Лена и Лена пойдет в этот ряд. А Оля сюда. Ладно? Согласились? То есть первый ряд, второй ряд и оба Миши. У нас получится три композиции должны быть. Так, ребята, ваши работы, вот эти ваши работы, птицы, стерки ваши должны на этом фоне уже должны взлететь. Взлететь за всех. Понимаете, они должны смотреть вперед, не вверх тоже. Поэтому композиция на каждую группу должна так, чтобы выглядеть так, что птицы уже взлетают. Всем понятно, да? Я вот эти фоны ваши композиции, я на каждый ряд положу, на каждом, и соберемся вот в задней парте и начнем работать. Хорошо? Берем все. Вот теперь соберемся.
А вот этот подкрыл.
Чакры, энергетические центры,
7 энергетических центров, которые связаны со Вселенной, с космосом, с миром окружающим. Все это, весь мир действует на каждого человека. Вот это значение этих центров. Видите, какие прекрасные работы у нас получились. Так, ребята. Работы у нас у всех композиции получились очень-очень успешно. Работали очень хорошо, быстро, умело, главное, умело и весело. Вот мы работали. Мы подарим всем любимым учителям. Хорошо, ребята? Да. Как не учитель, как раз. Как не учитель, подарим вот эти картинки. И пусть работы ваши озарят или сотворят ваши мысли, ваши таланты, ваше начало таланта, ваше дерзание. И пусть украсят комнату наших учителей. Хорошо, ребятки? Да. Ну вот, мир, который нас все окружает, и мы все вместе это мир. Мы должны создать красоту. А красота появляется, когда бывает всегда радостно, всегда светло и добро, тепло. И вот тогда у нас все должно получиться прекрасно. Хорошо, ребята? Угу. А вот, завершая наш урок, я вам сейчас покажу. Я покажу сейчас одну работу. Можно, который с помощью своих этих рук, ваших рук, с помощью глаз, с помощью клея, ума сделать, на который вы работаете, можно изготовить дома, какую я вожу. Можно подвесную, настольную абажур можно изготовить. Вот здесь, при этом, вот, обратите внимание, бумага это белого цвета, одного цвета. А когда мы под цветом держим вот так, мы получаем уже, сколько цветов можно получить? 3-4 цвета можно. Даже еще более, если у вас, да, еще будет, поймете суть. Это очень просто, ребята. Плоскостью, вот, пластик не надо, объем, передача объема пластика. Вот пластику нужна только вот крепление, вот крепление можно уже пластику, выполнить движение, передать движение, пластичность птиц. А здесь у нас совсем иная работа, вот на плоскости. Вот, посмотрите. А тематику можно выбрать любую прекрасную, какую вы хотите. Вот, внимательно посмотрите. А вот когда со светом, бывает же абажуры, когда разные цвета разыгрываются. Есть такие крутящие, у кого-нибудь дома есть, наверное. Вот, вот, под этим светом очень хорошо получается. Очень замечательно. Можете попробовать дома, на листе бумаги. Два листа, а будет не ставить, уже достаточно. Смотрите, вот, видите? То же самое птица, тем, значит, птица. Вот. А здесь аквариум у нас. Золотая рыбка у нас, наша золотая рыбка. Вот, видите? Вот все. Если вопросы у кого есть, пожалуйста, ребята. Мне было очень хорошо с вами работать сегодня. Спасибо вам, ребята. Будьте счастливы, работайте, дерзайте, сотворите.